Двойное убийство произошло в ночь с пятницы на субботу возле деревни Сусово Клепиковского района. Тела обнаружил прибывший на место наряд полиции. Убитые – отец и 30-летний сын. У одного почти отрезана голова, у второго – 14 ножевых ранений. Следователям предстояло восстановить всю цепочку событий. По информации Рязанского бюро «Новой газеты», компания мужчин распивала спиртное. Когда двое уснули, третий достал охотничий нож. Дальше уже все известно. Подозреваемый в совершении данного преступления 38-летний сотрудник УМВД России по Рязанской области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, сразу после инцидента мужчина первым делом отправился в Рязань. Уже из города он сам позвонил в полицию и сообщил, что беспокоится за друзей, мол, те перестали выходить на связь. Даже вместе с силовиками отправился в лес искать пропавших друзей. Там же его и задержали. Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Рязанской области по факту гибели двух мужчин возбуждено уголовное дело по пункту А части 2 статьи 105 УК РФ. По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. По данным «Новой газеты», предполагаемый убийца-силовик занимался контролем за оборотом наркотиков, служил в спецназе. В его послужном списке командировки в горячие точки. Что послужило причиной такой резни, подозреваемый пока не говорит.